Специальное предложение только сегодняшнего дня. Самая выгодная покупка – это сапожки. Не просто сапожки на любую ножку, но блистательная обувь. Зимняя вариация. Кстати, мы недавно представляли вам эти сапоги, но только в осенней коллекции. И тогда за один день было продано более 5000 таких сапог. Мы поняли, что они вам очень понравились и решили, как говорится, повторить. Но только теперь уже в зимнем исполнении. За 3999 рублей. Зимние сапоги с блистательной, смотрите, окантовочкой сзади. Нужно брать по цветам, сейчас определимся с Миколой Комендровым, вашим личным стилистом. Императрица телеканала Шопеншоу выбирает для себя коричневый цвет. У меня в руках вы можете сейчас рассмотреть вишневый, бордовый оттенок. В этом сезоне институт цвета Pantone его называет «жженая хна». Рядом с ним по соседству находится экспрессивный серый цвет, на котором очень ярко выражена фактура замши, фактура кожи и, конечно же, серебряной конструкции цепочек и инкрустации под кристаллы Сваровских. Можно выбрать для себя изысканный синий, он более спокойный, более демократичный. Еще более демократичным станет для вас черный цвет. Он очень актуален для черных изделий и монохромных образов. Ну и, безусловно, коричневый, который выбрала Ольга. Да, друзья, потрясающая коллекция. Мне нравится, что много цветов у нас сегодня представлено на нашем телеканале. Но главное, что мне нравится, смотрите, оп! То есть эти сапожки и повседневные, и праздничные. Помните, когда мы праздничные платья будем с вами надевать зимой, да, ну вот после Нового года, всегда хочется подстать и обувь подобрать. А наши сапоги подходят и на полненькую, то есть и блистательные, и праздничные, и повседневные, и для полненькой ноги подходят. Не верите? Сейчас проверим. Микола, давай! Мы выбираем с вами от 36 по 42 размер, четко размер в размер. Марина подтверждает именно впорность этой пары обуви. 39 размер модель. Высокий подъем, 10 полнота. Она выбирает для себя 39 размер сапог. При этом у нее достаточно объемная зона икры спортивная. Эти сапоги еще доказывают то, что они мало того, что впорны ей в мысочной и пучковой зоне, так они еще и удобно садятся ей на широкую зону икры. При этом она это делает еще с использованием заправленных во них плотных джинсов. Ого, ну что ж, друзья, теперь мы убедились в том, что эти сапоги подходят абсолютно для любой ножки. Это модный показ абсолютно для всех. Знаете, в чем отличие шоп-н-шоу и любого вашего ближайшего магазина? Вот там поставки для всех, но, как правило, высокие сапоги, они только для худеньких ножек. Помните, иногда мы пытаемся их застегнуть на себе еле-еле. Думаем, что разносятся, не разнашиваются они. Вот сапоги, которые изначально были шиты специально для телеканала Шоп-н-Шоу. Они нестандартные, они для всех. То есть, понимаете, и для худенькой ножки, и для пышненькой тоже, если вы воспользуетесь добором. Сейчас покажем, как это сделать. Да, для того, чтобы дистанционно не ошибиться, сделайте дополнительные замеры. Знаем с вами уже размер своей ноги, знаем полноту. Замеряйте щиколотку, она должна быть, соответственно, до 37 сантиметров, а зона икры у вас должна совпадать до 64. То есть, если у вас там 40 с чем-то, 50 с чем-то, именно объем икры, то, значит, эти сапоги вам идеально будут подходить. То есть достаточно корпулентные дамы сегодня могут себе позволить носить длинные сапоги. Не укороченные сапоги, а вот именно длинные, закрывающие полностью всю зону ноги до колена. Это очень удобно. Значит, зимой вы будете максимально часто позволять себе носить платья и юбки. Да, знаешь, мне очень нравится ощущать эти сапожки на своих ножках. Знаете еще, какая бывает проблема? Микол, когда мы выбираем высокие сапожки, они сильно сжимают ногу не только в районе щиколотки и шишечки, но и верхняя часть. И после этого, если вы замечали, да, весной, когда мы смотрим на свои ножки, там звездочка появилась, здесь варикоз прибавился. Это из-за сжатия, потому что неправильные сапоги в ваших ближайших магазинах продаются. У нас на телеканале Шоп-н-Шоу от бренда Wilmer увеличенная полнота. Захотели, расстегнули добор. Здесь, видите, есть молния. И увеличили сапожки. Это действительно очень удобно. И самое главное, вы сегодня приобретаете не одни сапоги, а сразу три пары за 3999 рублей. Да, данная модель у нас с вами имеет маневрирующие элементы. И вот обратите внимание, серый цвет сапожек, обычная длинная. Стоит нам расстегнуть молнию, вы можете их подспустить и сделать в виде гармошки. Вот уже вторая пара. При желании вы можете их подкручивать вот в такой, смотрите, вариации. Причем это делаю я вместе
вместе с блестками. Вы можете сделать из них более укороченные сапожки. Отлично. Например, вот такую вот конструкцию. При желании можно оставить молнию, либо ее застегнуть, чтобы они были более зауженные. Как только вы идете домой, вы так раз, сапожки, и все. Для того, чтобы застегивать молнию, вы просто выкладываете туда палец под замшевую фактуру и застегиваете. Слушай, а вот ты сейчас проводишь пальчиками по стразам. Я обожаю все блестящее, мне это нравится. Но я понимаю, что стразы рано или поздно не отваливаются. Что будет с нашими стразами от бренда Вилма? Так, поворачиваемся все спинкой. Хорошо, слушаемся. Так, встаем все втроем, вот так близко друг к другу. Так. Угу. И берем одной ногой. Трем об другую. Так, давайте левый по правой. И давайте. Поехали. Во, поехали. Так. Да, убираем. Смотрите. Все на месте. Так. На месте. И здесь на месте. Слушай, обожаю твои тесты, жизненные тесты. Смотрите, друзья, все в порядке, все на месте. И знаете, в этих сапожках вы даже чечетку будете отбивать, каблучок вас тоже не подведет. Они очень мягкие, удобные, комфортные, блистательные, в пиры, в мир и в добрые люди. Доступная цена. Да, и более того, они еще и являются практичными. Несмотря на то, что внутри находится пяточка такая замшевая, с красивыми кристаллами, вы с легкостью, придя домой, будете их зачищать обычной щеткой. При желании вы можете с мыльным раствором помыть их и поставить посушить. Данные сапоги прослужат больше 5 лет. Кстати, вам придет в комплекте паспорт, в котором будет доказательство именно, как ухаживать за парой обуви и сколько лет гарантии предлагает бренд LaVida. Прекрасно. Ну что ж, они практичные, видите, мы их даже почистили. И прям по блесточкам, а щеточкой, ничего с ними не случилось. Они безумно удобные, и они зимние. Я знаю, что вы помните такие сапоги. Помните, такие же были, только осенние от бренда Вилмар. Мы поняли, как вы их полюбили. Более 5000 заказов за один день. Сегодня это зимние вариации. По всему периметру, по всем сапогам у нас смех. Невероятно удобные, теплые для вас. За 3999 рублей. Это самая выгодная покупка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.